Здравствуйте, я Елена, эксперт МВидео, а рядом со мной микроволновая печь бренда Midea. Впечатляющий дизайн – первое, на что обращаешь внимание, глядя на эту модель. Черный корпус с деталями цвета нержавеющей стали выглядит очень эффектно, согласитесь. А еще такое сочетание можно назвать универсальным. В кухне со светлым интерьером печь станет контрастным акцентом и разбавит однотонность. В то же время она гармонично вольется в обстановку с темным гарнитуром. Существенное преимущество модели – привлекательная цена. Производитель максимально ее снизил, сделав ставку на простоту использования и оставив только самые востребованные функции. Так что если вы не ставите перед собой цель готовить в микроволновке пиццу, зажаривать курицу, гриль или печь пирожки, присмотритесь, возможно, это ваш вариант. Эта печь соло, то есть работает только в режиме микроволн, и со своими прямыми обязанностями она справляется на ура. Быстро разогреть, разморозить и приготовить простые блюда, типа запеченных овощей, каши или трехминутного десерта, ей вполне по силам. Управление интуитивно понятное. Здесь всего два поворотных переключателя, установка времени и выбор одного из пяти уровней мощности. Запутаться в настройках просто невозможно. Справится даже школьник. Это, кстати, очень удобно. Какой маме незнакомо переживание, что пока она на работе, чадо сидит дома голодным. Теперь беспокоиться об этом не надо. Просто оставьте готовый обед, и разогреть его ребенок сможет сам. При этом печь защищена от случайного включения при открытой дверце, поэтому абсолютно безопасна, в отличие, например, от газовой плиты и спичек. Объем камеры 20 литров, но поворотный стол диаметром 25,5 сантиметров позволит разморозить кусок мяса внушительных размеров и разогреть буквально за минуту большую тарелку супа. Еще одна хорошая новость состоит в том, что даже если блюдо немного забрызгает камеру изнутри, отскабливать и отмывать остатки еды не придется. Стенки печи покрыты специальной эмалью легкой очистки. Она состоит из особого жиропрочного материала, не пропускающего жир. Так что максимум, что придется сделать, просто протереть их салфеткой. Подведем итог. Оптимальное сочетание привлекательного дизайна, простоты использования, надежности и выгодной цены. Микроволновая печь Midea – идеальная помощница на кухне, которая может позволить себе практически каждый. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, этот обзор поможет вам сделать правильный выбор. МВидео. Нам не все равно.